на просторе, то ли поле, то ли море сильно. Каждый вечер у ворот жду, придет или не придет, и не знаю никогда, может нет, а может да. Как от сказочных принцесс, от простых стюардесс потеряли мальчики покой. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. И какой бы край тебя судьба не завела. Лариса Мондус, звезда номер один советской эстрады середины 60-х. Песни в ее исполнении сразу становятся хитами. Ей подражают, ею восхищаются. Ее голос звучит в каждом доме. Ее портретами украшены рекламные щиты. Ее пластинки расходятся миллионными тиражами. И вдруг происходит невероятное. Директору Москонцерта Зельманову Николаю Григорьевичу от певицы Ларисы Мондрус. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Москва, 1972 год. Весть о том, что популярная певица Лариса Мондрус подала заявление об уходе из Москонцерта и собирается уехать из СССР, моментально облетела весь музыкальный мир столицы. Коллеги недоумевали. Уж ей-то что еще нужно? Живет в трехкомнатной квартире, хорошо зарабатывает, за границей бывает на гастролях. Некоторые откровенно осуждали. Заелась. Живу все время я между небом и землей, между небом и землей. Лариса была востребованной певицей. Востребованной, не капризной, симпатичной, общительной, коммуникабельной девушкой. И как гром среди ясного неба прозвучало то, что она покидает нас и уезжает с мужем на постоянное жительство в Германии. Лариса Мондрус родилась 15 ноября 1943 года в городе Джамбул, названного в честь казахского акина Джамбула Джамаева. Теперь он называется Тарас. Ее матери, Лидии Григорьевне Заплетиной, в ту пору едва ли исполнилось 18 лет, а биологический отец Ларисы, Израиль Йосифович Мондрус, был в то время курсантом Джамбулского летного училища. Через год он получил назначение в Вышний Волочок и навсегда исчез из поля зрения молодой мамы. На их счастье по соседству поселилась семья Мацлияков, которые эвакуировались из Риги. И старший сын в этой семье, Гарри Мацлияк, углядел красоту молодой, одинокой мамы Лиды. Грудной ребенок не смутил его и после войны забрал Лидию Григорьевну с дочкой в Ригу. Позже, как и положено, оформили свой брак в ЗАГСе, но каждый остался под своей фамилией. Вообще Мацлияк – древняя еврейская фамилия, и слово это обозначает удача, удачливость. Гарри Мацлияк не стал удочерять Ларису, потому что было с документами много волокиты, но относился к ней как к родной дочери. А в 1950 году родился сын Александр. В 3 года ее отдали в латышский детский сад, поэтому она говорила по-латышски без акцента, хотя образование свое уже заканчивала в русской школе 22. Ларисе повезло. В среднюю школу, где она училась, пришел работать руководителем хора профессионал, настоящий дирижер. По состоянию здоровья он уже не мог мотаться по гастролям. Он сразу выделил Ларису и сказал: «Ларочка, у тебя есть будущее». Лариса заслуживалась песнями зарубежной эстрады на английском, итальянском, польском, чешском. Она не понимала языки, но воспринимала голос.
Помимо музыки, Лариса обожала спорт. Она занималась секцией художественной гимнастики. И тренер, и аккомпаниатор часто спорили, что выберет Лариса – пение или спорт. Лариса про себя точно знала, что в математику, физику, химию дорога заказана. А вот по литературе она получала одни пятерки. Причем у кого? У самого Михаила Таля, будущего чемпиона мира по шахматам. Он также заканчивал эту школу, а после университета вернулся в свою родную школу уже учителем. Однажды пение Ларисы услышал композитор Владимир Хвойницкий. Он попросил разучить несколько его песен, пообещав показать Ларису Мондрус руководству Рижского эстрадного оркестра. РЭО, Рижский эстрадный оркестр, под руководством Эгела Язоповича Шварца уже тогда успешно выступал с концертами. Прослушав ее, он сразу же взял ее в оркестр, а директору сказал: «Даже если бы она пела не так хорошо, я взял бы ее в оркестр со стройной ножкой». Эгел Шварц и Раймонд Паул были одноклассниками. Они вместе организовывали первый профессиональный джазовый ансамбль, записывались на радио, выпускали пластинки, вместе учились в Рижской консерватории. Раймонд Паулс по классу фортепиано, а Эгил Шварц осваивал контрабас. Потом вместе учились по классу композиции у известного профессора в этом амплуа Яниса Иванова. Когда был сформирован Рижский эстрадный оркестр РЭО, художественным руководителем и дирижером оркестра был назначен Эгил Шварц, а пианистом в этом оркестре был Раймонд Паулс. И когда в 1964 году Эгил Шварц и Лариса Мондрус были приняты в оркестр Эдди Рознера и переехали в Москву, художественным руководителем и дирижером оркестра стал Раймонд Паулс. В 15 лет она стала солисткой Рижского эстрадного оркестра, в котором Эгил Шварц тогда был дирижером. Я помню, что с первого момента мне Эгил очень приглянулся. И у Эгила были такие симпатичные две ямочки. И, в общем, он был очень, конечно, шармантный. И я очень быстро поняла, что я, в принципе, была в него влюблена. Эгил Шварц был женат, в семье росла дочь. К тому же он был старше Ларисы и первое время старался не показывать своих чувств, хотя влюбился в Ларису сразу. Когда я ее видел, то я был просто поражен ее эротическим сиянием. И я думаю, что это потом остался ключом ее успеха на всю жизнь, в искусстве тоже. Между Ларисой и Эгилом возникли отношения, о которых знали в оркестре. Родители Эгила не были в восторге, что их сын собирается бросать семью из-за молоденькой певички. Волновались и родители Ларисы. Уж слишком молода для замужества. Эгил окончательно принял решение о женитьбе после одного случая. Он был в армии на сборах, и Лариса приехала к ним. У нее были всякие лакомства. Есть такая поговорка, да, любовь через у мужчин идет через желудок. Я посмотрела сейчас совсем недавно, как я выглядела и какие это красивые песни. И в какой бы край тебя судьба не завела, сплетен бы каких тебе молва, не наплела ты, повторяй всегда, я тебя люблю, я тебя люблю. Сплетен бы каких тебе молва, не наплела ты, повторяй всегда. Древние слова, вечные слова, те слова заветные. Я тебя люблю, я тебя люблю, я люблю тебя. Эгил обожал модный в то время джаз.
делал джазовые обработки музыкальных мелодий, писал джазовые композиции. Прибалтика тех лет – советская заграница. Везде слышатся модные в те годы Битлз, Элвис Пресли, рок-н-ролл. Прибалтика была всегда чуть больше Европа, чем весь остальной Советский Союз. Когда я услышала, как поет Лариса Мондрус, мне показалось, что на фоне наших советских исполнителей она как раз приближается по исполнению, по качеству исполнения, по голосовым данным по своим, по манере пения, она как раз приближается к Западу. Как от сказочных принцесс, от простых стюардесс потеряли мальчики покой. И теперь себе невест, нынче там, завтра здесь, ищут между небом и землей. Нету дыма без огня, без крыльев птицы нету, а без встреч какая любовь. Трудно отыскать меня, ведь живу все время я между небом и землей. Между небом и землей. Мурманск, Сочи, Амстердам, нынче здесь, завтра там, то метель, пурга, то летний зной. Нелегко влюбляться нам, делим мы пополам сердце между небом и землей. Нету дыма без огня, без крыльев птицы нету, а без встреч какая любовь. Трудно отыскать меня, ведь живу все время я между небом и землей. Между небом и землей. Птицы нету, а без встреч какая любовь. Трудно отыскать меня, ведь живу все время я между небом и землей. Между небом и землей. Между небом и землей. Слава о прекрасной рижанке с дивным голосом докатилась до Москвы. Почти не глядя, ее приглашают в свои оркестры Олег Лундстром и Эдди Рознер. Лариса выбрала Эдди Рознера. Легендарный джазмен Эдди Рознер. Его имя гремело от Москвы до Камчатки. В его оркестре пели лучшие исполнители, играли лучшие музыканты. Его называли второй трубой мира, сравнивая с Луи Армстронгом. Лариса Мондрус становится солисткой в его оркестре. Я, наоборот, чувствовала себя окрыленной, потому что Москва, конечно, была грандиозным, крупным, громадным городом, куда съезжались все самые талантливые люди со всех союзных республик. Рознер предложил Эгилу место дирижера и аранжировщика в его оркестре. И они решились, уехали. Практически в никуда. Сначала ночевали в проходных комнатах у друзей, позднее снимали комнатку в коммунальной квартире. Работа с Рознером для Ларисы была счастьем и наслаждением. Но без московской прописки в те годы оставаться в Москве становилось рискованно. И даже сам Эдди Рознер не мог им помочь. Лариса вынуждена была перейти в московский мюзик-холл. Это был компромисс, но другого выхода у них с Эгилом не было. Ей обещали помочь прописаться в Москве. И только после вмешательства всесильного министра культуры Екатерины Фурцевой проблема была решена. После того, как Лариса и Эгил получили вожделенную московскую прописку, они смогли поменять свою рижскую квартиру на комнату в коммунальной квартире в Москве. Это было скромное жилье, но долгожданное свое. Это был 67-й год. Мы купили свой первый телевизор. И мы привезли этот телевизор и нажали кнопку, первую программу, и Лариса поет. На земле большой этот час для тех, кто ждет Айданицкого песни. Это был действительно такой факт. Лариса говорит, смотри, это же я.
не забыла весна. Шорохи листьев, рассветы и ливни, в небе ночном плывет луна. Над молчанием улиц длинных на земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Почтальонов пишите опять, опять на столбах провода не спать. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Самолеты летят, корабли плывут, те края, где любят. Только ты привезешь пенье птиц и цветущие вишни. Вновь босиком весенний дождь будет бегать по теплым крышам. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Столба проводам не спать. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Самолеты летят, корабли плывут, те края, где любимых ждут. Ты приезжай, я давно тебя жду. Ты торопись, я не знаю, что делать. В городе май, а я иду по январским сугробам белым. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Почтальоном спешит я опять-опять на столбах. Края, где любимых ждут. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. Тихой летней ночью в поздний час в парке под луной. Не скрывая сожаления, я опустила взор. Твое воображение, милый мой фантазер. Речи под часами у метро или у кино. Мы же знаем сами, что давно так заведено. То ли дело ожидание на голубой звезде, где ж назначит мне свидание, встречу назначит где.
по-настоящему знаменитой, Лариса Мондрус проснулась после телевизионного новогоднего огонька, в котором она участвовала с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. И опять недоброжелатели бурчали. Народные артисты об этом не мечтают. А тут какая-то провинциалка и запросто с Гагариным за одним столом. Ну, запомнилось мне, конечно, на всю жизнь очень яркое выступление на телевидении. Это с космонавтами «Огонек», с Юрием Гагариным, с Леоновым, с Беляевым. А вот это был, конечно, самый, пожалуй, яркий сюжет в моей жизни. Эгил написал в то время песню о звездах, и редакторы на Новый год решили взять эту песню в моем, конечно, исполнении, и каждый космонавт получил в этой сцене какую-то свою роль. И Леонов снимал меня, потом со мной танцевал, Гагарин снимал меня тоже такой как бы мобильной камерой, которая в то время была вполне крупных размеров. Какая зависть у всех была. Лариса приехала из Прибалтики и сразу с Гагариным рядом сидит. Это же вообще, знаете... Ларису Мондрус любили космонавты. Часто приглашали к себе с выступлениями в «Звездный городок». Лариса всегда к этим поездкам тщательно готовилась, придумывала наряды. Благо, к ее фигуре подходило многое. А в то время было модно... Мода мини. Платья, коротенькие юбочки, много ножек. Но поначалу это было все можно, а потом постепенно, каким-то образом, эта идеология становилась все строже и строже, и меня начали ругать, что я одеваю слишком часто коротенькие платья и показываю слишком много ножек, и что надо себя вести скромнее. И особенно тогда, когда я приезжаю в «Звездный городок», потому что там уж и стены обязывают вести себя прилично. Мне попадало довольно часто от руководства Москонцерта за то, что я недостаточно подготовилась к встрече с космонавтами. О Ларисе шла слава как о профессиональной, но строптивой певице. Она ни в какую не шла на уступки, если ее просили чиновники, мнившие себя модельерами, изменить фасон платья или длину юбки. Как бы я ни старалась, я не могла никогда исправиться или стать той послушной и правильной певицей, которой меня хотели видеть те, которые занимались в то время идеологией. Лариса откровенно не любила шефские концерты, считала их халтурой. Но это была единственная возможность после выступления перед коллективом продовольственного магазина или строительного склада купить копченую колбасу, индийский чай или обои. Продукты надо было. Ну, тогда мы на 7 ноября, конечно, все старались попасть на шефский концерт в Елисеевский магазин. Конечно, мы участвовали там. В 60-е годы гастроли за рубеж были заветной мечтой каждого исполнителя. Мюзик-холл выезжал чаще остальных коллективов. Еще работая там, Лариса побывала на гастролях в Польше. Ее принимали с восторгом. Таких поездок было всего 3. Зарубежные гастроли были полностью во власти концертных организаций. Ларису приглашали в ГДР, Польшу, Югославию. Она была одна из немногих советских исполнительниц, кто пела на иностранном языке. Но я была, конечно, наивной и глупенькой, и очень радовалась тому, что меня пригласят еще раз, и обязательно в октябре, и всему верила. Но приехав домой, как-то так не в октябре, не в ноябре, не в декабре, никогда больше не получила никакого приглашения. А когда мы с Эгилом начали интересоваться, а где же, может быть, все-таки было приглашение, то меня долго очень мучили совершенно фальшивыми ответами и говорили: нет, нет, ничего нету, никаких запросов нету. Очевидно, не хотели пускать. В конце 60-х она перестает выезжать. Доброжелатели советовали: заведите роман с влиятельным чиновником. Лариса только возмущалась в ответ. Мне казалось, что незаслуженно меня обижают, или когда мне многое запрещают, хотя я с этим не согласна, то это, конечно, откладывало на меня большое впечатление. И не сразу
Я становилась другой. Не сразу я теряла свою гордость или теряла свой дух противоречия или дух такой, а я докажу, а я буду бороться. Я постепенно начала понимать, что эта борьба у меня как с ветряной мельницей. У меня на моей стороне нет правды. Уже будучи известной, одной из самых популярных артисток, Лариса с мужем долго жили в маленькой комнатке в коммунальной квартире. Как и миллионы советских людей, они стояли в очереди на кооператив. Но в 1969 году их бесцеремонно отодвинули, под предлогом того, что они бездетная пара. Для Ларисы это был еще один удар. И только покровительство влиятельных людей спасло положение. Эти наши покровители сказали: «Ларочка, вы мучаетесь с квартирой, у нас есть свой человек. Совет министров Российской Федерации». Споешь шефский концерт, там очень хороший дядечка такой, он тебе поможет. Я должна была заниматься какой-то жутчайшей ложью и говорить о том, или писать о том, что я в положении, и что у меня предвидится увеличение семьи, и только за счет этого я смогла получить квартиру за свои деньги. Помогать по хозяйству актрисе стала Людмила Дородного, которая после отъезда Ларисы долгие годы работала с Аллой Пугачевой. Людмила была одна из немногих, кто знал, как тяжело далось певице это решение. Я Ларисе говорю, Лариса, ну а что, собирайтесь уезжать, вам здесь не хватает? Она не пела комсомольских песен, не пела ура-патриотических песен, даже я не помню, чтобы она что-то... Она пела о чувствах, о земле, о солнце, о... Вот такие светлые песни. В душе моей цветут зори любви, но зовут меня, зовут песни твои. Будут грозы, зашумят ветра. На земле всегда любовь. И не знаю никогда, может нет, а может да, но приходит каждый раз. Он в один и тот же час каждый раз садится рядом и с меня не сводит глаз. Все сильнее день ото дня, опасения у меня, что один из нас влюблен, может я, а может он, и сама не знаю я. Может, просто мы друзья, ну а может и не просто, может, то судьба моя. Каждый вечер жду его, и боюсь я одного, вдруг да или нет, вдруг он скажет, дай ответ, что сказать ему тогда? Может нет, а может да, только я боюсь, не спросит он об этом никогда. Что сказать ему? Только я боюсь, не спросит он об этом никогда. Словно кораблю парус подарю я твоей любви. 100 слепых ветров потопить ее, чтобы не смогли. Словно журавлю крылья подарю я твоей любви, чтобы они тебя словно...
словно журавля к дому прилип. Какой бы край тебя судьба не завела, скрытен бы каких тебе молва не наплела, ты повторяй всегда древние слова, вечные слова, те слова заветные. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. И когда сквозь мрак вспыхнет, как маяк, свет моей любви, смолкнет в небе гром, стихнет в море шторм, пройдут дожди. На песках седых расцветут сады от моей любви. Это журавли через январи счастье принесли. Какой бы край тебя судьба не завела, каких тебе молва не наплела, ты повторяй всегда древние слова, вечные слова, те слова заветные. Я тебя люблю, я тебя люблю, я люблю тебя. Какой бы край тебя судьба не завела, встретен бы каких тебе молва не наплела, ты повторяй всегда древние слова, вечные слова, те слова заветные. Я тебя люблю, В 1981 году Раймонд Паулс написал песню на слова поэта Леониса Бредиса. На латышском языке она называлась «Давая Мариня Мейтаной муженю», «Подарила Мариня девочке жизнь». Песня пелась о женщине, подарившей дочке жизнь, но забывшей подарить счастье. Об этом она напевает дочке песню, а потом через много лет та напевает ее своей дочке. И пела она ее на латышском языке. Mati hos me kletulim. Davaya, 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 Marinha. Meitene, 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 mužinju. Aizmirsa, iedot vien. Meitene, 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 laimi. Через два года поэт Андрей Вознесенский написал русский текст на эту мелодию, и песня называлась «Миллион, миллион алых роз», которую впервые исполнила Алла Пугачева. Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь.
и на все деньги купил. Целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Одну из первых песен для Ларисы Мондрус Раймонд Паулс написал на слова Домховского, и эта песня в ее исполнении стала очень популярной в Советском Союзе. Тихим шорохом прибоя обручил меня с тобою синий лед. Вновь мне сердце растревожил, на глаза твои похожи синий лед. Ведь он волшебник синий лед. Нам снова сказки дарит он, и наяву весь мир наполнен с нами, может, просто шутит с нами синий лед. Горит, как пламя синий лед, и если ты в меня влюблен, твои глаза сияют добрым светом, виноват, наверное, в этом синий лед. Нежными руками нас коснется лепестками синий лед. Сердце снова вспыхнет пламя, станет тихими словами синий лед. Ночь пройдет неслышно рядом, нас осыплет звездопадом синий лед. Мы расстанемся с рассветом, с нами будет знать об этом синий лед. Ведь он волшебник синий лед, нам снова сказки дарит он. И наяву весь мир наполнен с нами, может, просто шутит с нами синий лед. Горит, как пламя синий лед, и если ты в меня влюблен, твои глаза сияют добрым светом, виноват, наверное, в этом На одном из новогодних огоньков Лариса Мондрус встретилась с Муслимом Агамаевым. Зрители после этой передачи их поженили. А вот что рассказывает об этом тогдашний певец и композитор, продюсер Азербайджана, а в последующие годы министр культуры, а теперь посол Азербайджана в России. Палат Бюльбюль-Оглы. Тогда издавался такой журнал «Кругозор». Были такие виниловые пластинки, знаете, вот тоненькие совсем. И вот на этой хрипящей, щипящей пластинке я вдруг услышал очаровательный голос, который пел песню «Сколько солнца, сколько моря» и так далее. По-моему, даже одна из первых ее записей, которая стала шлягером, и эту песню знала вся страна. Сколько моря, сколько солнца, сколько лета, неужели это мне одно? Я ветрами теплыми согрета, жмурюсь я от солнечного света, и сверкает море предо мной. Неужели это мне одно?
подставляйте ладони, я насыплю вам солнце, поделюсь теплым ветром, белой пеной морской, а в придачу отдам эту песню. Вы возьмите ее с собой. Ла-л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 а. Это песня о солнышке и море. Ну зачем так много мне одно? Сколько песен, сколько света, сколько красок. Ну зачем так много мне одно? Сердце песням распахнуло настежь счастью, звонкому кричу я «Здравствуй!» И лечу в простор я головой. Неужели это мне одной? Подставляйте ладони, подарю вам полнеба. Поделюсь своим счастьем, чтоб звенело струной, а в придачу отдам эту песню. Вы возьмите ее с собой. Слышал ее голос, он мне очень понравился. У меня возникла мысль написать такую песню, где можно было бы спеть дуэтом. Я поделился своими мыслями с поэтом Онегином Гаджигасимовым. Он написал вот слова, она называлась «Песня птиц». И там такой пролог и эпилог пел я, а основное, значит, он, она пели Муслим Магомаев и Лариса Мокс. Thank you.
После того, как дуэт Мондруса и Магомаева появился в эфире, сразу прошел слух, что это неспроста. Муслим Магомаев был любимцем публики. Это был певец, с которым никто не мог сравниться по своей популярности. Спеть с ним дуэтом была мечта тогда каждой исполнительницы. И вдруг он поет вместе с певицей, которая не успела в Москве толком-то и оглядеться. Об их дуэте с Ларисой Мондрус говорили тогда все. Предположения были разные. По Москве прошел слух, что у них роман. Двое таких красивых, молодых, талантливых артиста не могут остаться безразличны друг к другу, рассуждали зрители. Мы играли влюбленную парочку, и нас поклонники почти поженили после этой песни. Но эта такая слава ходила за мной довольно долго, что вот Муслим, Муслим. Никто не хотел больше Игела всерьез принимать, что он рядом со мной, а не Муслим. С Муслимом Магомаевым Лариса Мондрус и Эгил Шварц надолго останутся хорошими друзьями. После первых же успешных выступлений Ларису стали одолевать поклонники. Слали записки из зала, обрывали телефон, но она никому не оставляла никаких надежд. Рядом с ней всегда был ее Эгил. Ларису Мондрус нередко приглашали петь за кадром, а иногда и в эпизодах кино. Добрый вечер. А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести, подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили, и уже зажигает огни. Добрый город, добрый город, добрый город зажигает огни. Добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами. И шумит надо мною листва. Он годами, хотя и не молод, но душою он молод, наш город. Добрым людям распахнутый настежь. Добрый город, родная Москва. Добрый город, добрый город, добрый город, родная Москва. Добрый город, родная Москва. Вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня и словно руку тропка мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой меня. А море синее, а волны сильные, и стала узкой полоской земля. Но нет желания, скажу заранее, сойти на берег того корабля. Волны на тебя идут стеною, белый пароход. Но твои огни ночной порою светят с темноты. И даже если ты придуман мною, белый пароход, все равно возьми меня с собою, белый пароход мечты. А море синее, а волны сильные, и стала узкой полоской земля. Но нет желания, скажу заранее, сойти на берег с того корабля.
1970 году председателем Госкомитета по телевидению и радиовещанию был назначен Сергей Георгиевич Лапин. Человек сложный и неоднозначный. При Лапине советское телевидение приобрело новое качество, но вместе с тем это был человек слишком субъективный. При Лапине из эфира стали исчезать некоторые известные исполнители. Москва оказалась для Ларисы Мондрус практически закрытой. Ей оставалось только ездить по необъятным просторам Советского Союза. Благо филармонии требовали Ларису постоянно. Она делала им месячный план, но это был каторжный труд. Я ложилась спать после концерта мертвой, уставшей, и не высыпалась, и на следующий день не могла привести свой голос в порядок. От эстрадных исполнителей стали требовать песен высокого гражданского звучания, а лучше откровенно пафосного. Лариса Мондрус в эту нишу не вписывалась. В репертуар Ларисы стали вмешиваться редакторы Москонцерта, запрещая ей петь то, что она считала нужным. Особенно требования к репертуару ужесточились в 1970 году, в год столетия основателя государства Владимира Ленина. В Москонцерте ей говорили откровенно: «У вас будут проблемы, пойте гражданскую, а не любовную лирику». Толчком послужило то, что записи прекратились, с телевидения их сняли. Я помню очень хорошо, что это было одновременно. Михаил Александрович, знаменитый певец, Вадим Мулерман и Лариса Бондрус. Лапин сказал, их убрать, только не обращались, ничего, это занимается ЦК, это Лапин действует. Мы ему звонили, Лапину. У нас там был заместитель Лапина, очень друг хороший наш, и он доброжелательно относился к нам, хотел помочь, но тоже не мог. И это обидно было. Все реже и реже она появляется на правительственных концертах и на центральных площадках столицы. Артистка Мондрус, приехав в Москву, выступала в Дворце съездов, в Октябрьском зале, перед правительством. И потом это не сразу, а постепенно прекратилось. Но мы-то и знали, что творится кругом. Это было то, что лишило нас перспектив. Я не особенно симпатизировала, живя там, этой идеологии. И, конечно, постепенно каждая мелочь, она суммировалась. И каждая новая какая-то травма, она же касалась и моей профессии. Мечта стать матерью сбылась в Германии. Сын Ларисы и Эгела, Лорен, способный музыкант, но выбрал свой путь, стал ученым. В 2003 году Лариса Мондрус приехала в Москву впервые после 30-летнего перерыва как турист. Она привезла с собой сына, показать родину. Это уже была другая страна и другая Москва. «Вот из такой Москвы я бы не уехала», — сказала тогда Лариса сыну. Ну, это было, конечно, для меня очень интересно. Я, конечно, и подозревал, что ее будут очень тепло принимать, и что многие ее будут узнавать, и все прочее, но это, конечно, было очень приятно. Да. Всякие эпизоды, что в гостинице, я так смотрю, люди за другим столом так смотрят на мою маму. Да. И она, конечно, моя мама, и в Германии здесь ее, конечно, тоже не узнают на улице. А там, конечно, чувство было другое. Да. Да. Приятно. Да. Лариса и Эгел понимали, что в Германии она, наверное, не будет петь. Они ко многому не были готовы. Чужой язык, система контрактов, отсутствие знакомых и связей. Но их это не остановило. Этот шаг был очень тяжелым. Я и сегодня о нем думаю с большим содроганием, потому что сегодня я никогда бы не решилась на такой шаг. В числе тех, кто попросил политического убежища и эмигрировал, певица Лариса Мондрус. Уже через год она подала прошение о возвращении на родину. Я, конечно, не думала, что такая «Известия», вроде бы серьезная газета, может такие сплетни писать. Я открываю эту «Известию», там написано: такие певицы, как Лариса Мондрус, вынуждены за границ, за рубежом, работать на подмостках ресторанов, чтобы заработать себе на хлеб. Ну и я разговариваю на следующий, там через два дня, с Ларисой, звоню ей. Думаю, не буду ей говорить. Ну, думаю, ну что, человек уехал, что ее расстраивать-то? Тоже не очень приятно будет. Ну и, короче говоря, она говорит: «Люсь, а ты читала «Известию»?» Я говорю: «Читала». Ну и как тебе это, милая вранье? Песни на русском языке немцам не нравились, а на ломаном немецком и вовсе вызывали раздражение.
Немцы очень не любят, когда поют на их языке с русским акцентом, со славянским акцентом. Они этого терпеть не могут. Однако Лариса и в чужой стране сумела доказать, что способна на многое. Уже через 2 года она давала в Германии сольные концерты. Du stehst im Schatten der Liebe, um dich ist Dunkelheit. Деньги от концертов Мондрус вложила в собственный бизнес. Открыла потом магазин обуви, а потом второй магазин обуви. На доходы от магазинов Лариса построила в Мюнхене большой дом. Ее бывшая домработница Люся Дородного, та самая, что работает сейчас у Филиппа Киркорова, приезжала к ней в гости. Это был редкий, почти единственный случай, когда певица, приехавшая из СССР, получила признание. Она пела на немецком языке почти без акцента. Ее аудитория – это не мигранты под стать ей же, а коренные жители, взыскательные и требовательные. Она подписала договор с фирмой Polydor. И тогда, конечно, фирма организовала записи, и у нее выходили пластинки. И поэтому я всегда говорю, мы жили 2 раза. Один раз до выезда, а второй раз после выезда. Ее раскруткой занималась крупнейшая в Германии фирма Polydor. Лариса объездила весь мир и везде имела успех. В 80-м году имя Ларисы Мондрус включили в сборник 100 звезд сцены. Наряду с такими именами, как Элла Фиджеральд, Фрэнк Синатра, Деннис Руссос и другими. So, meine Damen und Herren, das ist Larissa. Так, was machst du in meiner Schule? Wie nicht siehst? Dich bewundern. Dich bewundern? Warum denn das? Du singst Lieder von der Taiga mit Bajan und Balalaika, singst von Birken auf den Feldern und von tiefen grünen Wäldern, von der Krim und vom Ural. Schon zum 500. Mal. Lässt Kosaken nicht links reiten, liebst Annuschkas zarte Seiten, gibst den Wodka bis zur Neige, wie ein Russe gar nichts feige, wirfst du mit der linken Hand alle Gläser an die Wand. Trägst wie Zar der erste Nobel, selbst im Sommer einen Zobel, lehrst zur Fahrt per Troika ein, ohne Troika Führerschein. Etwas hast du noch vergessen, Kaviar mit Löffeln essen, Borsch und all die guten Sachen, die dem Russen Freude machen. Und mit festen Rudergriffen, Wolga tapfer aufwärts schiffen. Hey, hey, hoch und hey, hey, hoch und hey. Langsam, langsam, ничего, ist das wirklich alles so? Zeitungsleser wissen eh, meine Wiege stand an der Spree. Doch du träumst nur von der Taiga, liebst den Klang der Balalaika, die Krim und schließlich den Aralsee. Und Ivan, wenn ich dich so ansehe, dann magst du sicher nicht nur Wurst. Auch Eisbein, Linsentopf und Wurst. Naja, man sieht sich, weiß schon gut, trotzdem fließt in mir russisch Blut. Aber mein Täubchen, nun erzähle mir doch bitte auch mal was von dir. Dein Deutsch, das klingt mir zu gekonnt. Wo hast du denn dein Haupt gesonnt? Da schon längst nichts mehr aus. Jeder
hätte, hätte gerne eine nette lettische Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Schon die Alten walten, die Gestalten galten ihre Heimat als treu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Bravo. Sehr schön. Der Sommer vergeht, der Herbst kommt ins Land und bald fallen Blätter in den Sand. Denn Blumen verblühen und alles verwelkt, dann hab ich doch dich. Himmel hoch jauchzen oder betrübt sein Lachen und Weinen, alles Musik. So
ist das Leben im Zigeunerwagen, ob im Winter oder an den Sommertagen. Fremde Straßen, ab und zu mal eine Pause, ein Zigeuner ist doch überall zu Hause. Nirgends will er bleiben, denn er kann nicht treu sein, weil er jede Nacht ein anderes Mädchen glücklich macht. Aber jedes Mal, egal wie dem auch sei, ist er mit dem Herzen ganz und gar dabei. Jeder Kuss von ihm ist eben wie ein Stück aus seinem Leben, wunderschön, was ein Zigeuner zu erzählen weiß. Es sind oft die schönsten Lügen, die für eine Nacht genügen. Alles Schöne auf der Welt hat seinen Preis. Na, na, в 2013 году, в свой 70-летний юбилей, Лариса Мондрус посетила Москву и приняла участие в передаче «Прямой эфир» с Михаилом Зеленским. В 73-м году она была вынуждена покинуть Советский Союз. Ее тут же окрестили предательницей Родины. Из эфира вырезали все ее песни, а пленки с выступлениями были размагничены и изъяты из фондов. В советской прессе появились заметки о том, что Лариса Мондрус покончила жизнь самоубийством. А ведь когда-то каждая ее песня становилась хитом танцплощадок. Пластинки с ее записями расходились огромными тиражами. Сегодня, спустя 40 лет, живая, здоровая, красивая и молодая Лариса Мондрус приехала к нам из Германии. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой.
пой, засыпая, пой, во сне проснись и пой. А вы знаете, я эту песню сегодня исполняю впервые. Я пою эту песню, но я в России эту песню никогда не пела. Перед отъездом в Германию я записала эту песню к кинофильму «Джентльмены удачи», и я не имела понятия о том, что эта песня станет таким культовым фильмом. И, да, да. Но вы совсем огерманились, простите мне это слово. У вас даже легкий акцент появился. Как вы там прижились? О, вот это для меня большая обида, что у меня акцент. Может быть, у меня балтийский акцент? Да, но вы знаете, когда я уехала, я, конечно, переключилась совершенно на что-то новое и на чужое, но я ко всему привыкла, я совсем справилась. Сидит все тот же супруг Эгил Шварц. Да. И с этим человеком мы не расставались ни на секунду, ни на минуту, всю жизнь. У нас будет 50 лет, как мы друг с другом вместе шагаем. Горько, горько, горько. Но никак мы не могли обойтись без Горько. Без Горько. Я небольшой сюрприз, я объясню, почему отдельно посадили еще. Ни один голубой огонек просто не мог обойтись без его песен. Они звучали в квартирах, на танцплощадках, в ресторанах. Тиражи пластинок достигали 50 миллионов. Но в 80-х певец переезжает в Париж. Им восхищались все женщины Советского Союза. А он восхищался талантом и обаянием прекрасной Ларисы Мондрус. И мечтал с ней встретиться сегодня здесь в прямом эфире. Звезда советской и французской эстрады Жан Татлян. Хочу давного, а местечке гитарова. В том местечке каждый встречный с детских лет в гитару влюблен. Лишь вечер наступает, гитарова оживает. И разносится повсюду мелодичный ласковый звон. Чарурам, чарур, чарурам, о, море. Он споет тебе с охотой тот мотив забавный, простой. Как давно, с какого голубого огонька вы не виделись? С голубого огонька это... Не хочется произнести эту цифру вообще-то. Этой песне, например, юбилей этой песни 50 лет. Гитарова. А с Ларисой «Голубым огоньке» это было 64-65 год, как вот так. Угу. Тоже, в общем, не вчера. Звезды самых первых «Голубых огоньков». Они были народными кумирами. Пластинки с записями их песен расходились огромными тиражами. А их лица мелькали на экранах. И, конечно же, на страницах всех советских газет и журналов. Их судьбы складывались по-разному. Зачастую непросто. Многие из них попали в жернова советской системы. Но они не пали духом. Они молоды душой, а их песни по-прежнему любимы народом. Большую часть своей жизни Лариса Мондрус и Эгил Шварц прожили в Германии. И они счастливы. Они рады за своего сына, который родился в Германии. У него были все задатки таланта и возможности стать хорошим пианистом-исполнителем. Но он пошел другой дорогой. Он поступил в технический университет Мюнхена, защитил диссертацию, ушел в науку и сейчас возглавляет кафедру автоматизации медицинских процедур на факультете информатики в этом университете. Лорен Шварц создал свою семью, и семейство Шварц пополнилось еще двумя внуками. Ее честолюбие было удовлетворено.
а после рождения сына оставила сцену, занялась бизнесом и стала хозяйкой двух магазинов в предместье Мюнхена. Вопреки пропагандистским слухам, для Ларисы и Эгила эмиграция не стала крахом. Они прошли этот нелегкий путь, потому что были вместе. Я уже старая. Очень хорошо представляю. Очень иногда бывает досадно, что, оказывается, я тоже старая. А с другой стороны, я говорю, ну, я не одна старая, у меня муж тоже состарился вместе со мной. И раз мы вместе состарились, то в этом, наверное, есть что-то нормальное, естественное. И все. Да? Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Дорогие зрители, приятных вам воспоминаний. Лариса Мондрус. Конец фильма.